А сейчас в креслах игроков Алексей Глызин, Стас Пехов. Это слишком весело для нашего шоу, поэтому позвольте некоторый такой эпиграф психологический, так, чтобы это было занятно. Вот Стас, естественно, не знает, их знать он не может, что такое в 89-м, 90-м было фамилия Глызин. Леша же не мог пройти по улице, ты понимаешь? Я наслышан. Да. О затруднениях, когда Алексей был на улице. Да. Это хорошая часть истории, а вот плохая. Леша, ты думал, что так оно всю жизнь будет? Сегодня девчонки пищат при одном звуке фамилии Стас Пьеха. И не только девчонки, но и повзрослее пищат, потому что фамилия, она в три поколения растянута. Ты давай аудиторию Глызина-то не перетягивай, повзрослее. У нас все аудитории, да. Отсюда у нас, дорогие друзья, с вами к нашим гостям два вопроса. Первый, Алеша, не ревнуешь ли ты к мягкому, но неумолимому движению чертова колеса времени? Первое. Второе, Стас, ты действительно думаешь, что ты всю жизнь будешь встречать этот самый пизд девчонок? И не сядет ли какой-нибудь такой Пьеха 2 рядом с тобой когда-нибудь, вот как сейчас ты сидишь рядом с Глызином? Вот такие два вопроса. Я абсолютно спокоен в этом плане, потому что важно, когда ты встречаешься у кассы. Если в кассе билетов нет и люди приходят на концерт, это главное. Вот это главный показатель артиста. Что после этого сказать мне, когда именно это хотел сказать я, да. Я очень доволен тем, что происходит сейчас. Все как надо. Ну, единственное, что я волнуюсь, конечно, что я вот сейчас у вас тут сижу. Это может подорвать немножко, так сказать. Мы видим деньги, они смущают нас. Да, и вот эти деньги, опять-таки, потому что сейчас мы не так часто их видим. Нет, но здесь-то вы их, конечно, зарабатываете довольно честно, но не пением, вот что плохо-то. А вот... Тут есть некие пробелы. Я, допустим, в школе мало учился. Поэтому в какие-то моменты я, конечно... А бабушка говорила, учись. А бабушка сама не очень там, в этих вопросах разбирается. У нее другая стезя. Больше на Алексея в чем-то полагаюсь сегодня. Ну, я, по крайней мере, читаю самолетов в поездах. Всегда открываю прессу и смотрю, что происходит вообще в мире. Вот прессу хотя бы, да. Я все больше соцсети. Ну, давайте, товарищи, посмотрим, сколько начитал господин Глызин и насколько искренне жалеет о пробелах своего образования господин Пьеха. Да, господа, здесь 15 вопросов, 3 миллиона при верном ответе на 15, из них есть 4 подсказки, а это помощь зала 50 на 50, звонок другу и право на ошибку. Какую сумму вы посчитаете для себя несгораемой? Ну, как-то обоюдно, мы, да? Да, мы будем скромными. Подумали, что мы не будем, так сказать, строить из себя мачо. Так-так. Нас устроит золотые 100 тысяч. Да, 100 тысяч? Да, пускай это будет 100 тысяч. 100 тысяч, дорогие господа. Не стыдно, как бы, и скромно. Ну да. Главное только бы дойти до этого. Ну, давайте 100 тысяч. Вот эту сумму наши гости считают несгораемой. И для Алексея и Стаса начинается игра «Кто хочет стать миллионером?». Ура! Первый вопрос. 500 рублей. Как звали коня? Герой русских сказок. А. Сивка Папаха, Сивка Бешмет, Сивка Бурка, Сивка Бекеша. Вариант. Возьмем нашу, так сказать, детскую проверенную бурку, наверное. Да. Сивка Бурка. С. Да. Ответ С. Сивка Бурка. 500 рублей ваши. Уже не стыдно, честно. Я боялся на первом вопросе уйти. Второй вопрос. 1000. Так мы вас не отпустим. Что вам понадобится, чтобы сыграть вышибалы? Скакалка, мяч, кастет, таран. Вариант Б, да? Да. Ответ Б. Мяч. Правильно? Мяч. Пища ваша. Пронесло. Третий вопрос. 2000. Как иногда называют актера? Лицедей, лицемер, лицеист, облицовщик. Некоторые актеры, кстати, по личному моему опыту лицемерами оказываются. Да, их лучше не знать много, в жизни, да. Просто вот смотришь, наслаждаешься, а узнал и все. И сразу уже через призму личного знакомства не хочется эти кино чудесные смотреть. Иногда... Облицовщик тоже звучит, кстати. Возможно, да. Лицеист. Но все-таки лицедей. Я думаю, что да, вариант А. Да. Ответ А. Лицедей, конечно, 2000.
Четвертый вопрос. 3000 рублей. Емкость для какой жидкости в легковом автомобиле больше других? Масло, антифриз, тормозная жидкость, бензин. Берем вариант последний. Д, склоняемся. Д, бензин. Дизель, бензин. Да, опять-таки, или бензин. Вариант. Ответ Д. Бензин. Да. Ну, он, конечно, самый большой этот бак. Все правильно. 3000 ваших. Пятый вопрос. 5000. Сколько цифр 1 на циферблате будильника, на котором пронумерован каждый час? А1, Б3, С4, Д5. 12, час, да. 10, 11. 5 получается, конечно. Получается 5. Да. Ответ, да, 5. 1, 10, 11, 12. Не путают цифры и число. В числе 11, 2 цифры 1. Да. Все правильно. Да, да, да. 5 тысяч. Развезет, Стас. Ох. Шестой вопрос, 10 тысяч. Ну, уже заработал ведь, правильно? Да, ну вот уже, конечно, уже. На первый глаз. Так. Что не бывает тройным? Блок, кипяток, одеколон, подбородок. Бывает? Подбородок... Сам одеколон видел. Бывает тройной, я, да, его даже про... Одеколон, про... я хотел про пионерлагерь сказать, но не буду, да. Вот, тройной блок, раз, два, три. Да? Наверное, кипяток тройным не может быть. Вот кипяток не бывает тройным. Что такое? Тройной. Ответ Б. Кипяток. Ответ Б. Да. Ништяки уже какие-то совсем получаются. Вот тройной блок, но вот тут Стас показывает восточное единоборство, но и в волейболе же есть тройной блок. И в волейболе есть тройной блок. А кипятка действительно нет. Правильный ответ Б. 10 тысяч вашим. А ты думал, что? Что тебе здесь это аспиды какие-нибудь, бусурманские встретят. Сейчас будет легкая нажива. Ну да, так она и есть. Пока вот смотри, все четыре подсказки на месте. Вот уже седьмой вопрос на 15 тысяч. Я уже думаю, что вы, ребят, поосторожничали с несгораемой-то. Может, было и больше. Ну, короче, седьмой вопрос, 15 тысяч. Жадность, она рождает, да, бедность. Нет, на самом деле у нас еще есть проверка на все теории, да. Какую группу животных Андрей Макаревич не упомянул в песню про кошку, которая гуляет сама по себе? Табун, отара, стадо, косяк. Какую группу животных Андрей Макаревич не упомянул в песне? А вы помните эту песенку-то? Я нет, честно. Я примерно помню ее. Попробовать напеть, пойти привычным путем, классическим. Есть некоторые волнения, поэтому сейчас исполнять песни Андрюши. Там тоже как раз тремоло в голосе такая, ну, волнительная. Да. Я помню там... Ну ты не помнишь, да, Леша, вот этот? Стертые краски, тусклые, то ли люди, то ли куклы, но здесь... Ну это марионетки, это не кошка. Песня. Кошка, это которая гуляет сама по себе. Господа, мне кажется, что Макаревича могут помнить собравшиеся в студии. Хорошо, да. Вот эту песню-то, слушайте, кто же его не помнит? Может, я имею в виду вот эту песню. Мы попросим помощь зала. Да, ну, мне кажется, потому, да. Потому что, не дай бог, сейчас... Нет, ну, Андрюшина песня, они не крови. Давайте тогда... Да. Я к своему стыду, вот, я помню вот где-то... Да ладно, это вспомнится... Скоро все само. Ну давайте тогда, значит, давайте, дорогие друзья, поможем нашим гостям. Вот так. Вот, Б, 53%, больше половины всех. Ну что, поверим? Очень. С радостью 53%. Б, 53%. Да. Атара. Ответ Б. Да, за студией говорят наши гости. Давайте вспомним песню Андрея. Да. Если 100 бегунов, как один бегун, это можно назвать такисяк. И для лошадей, у лошадей это будет табун. У рыб это будет косяк. Лишь стадия баран
доволен собой, так на то он и прозван скотом. Ну и так далее. Эта песенка хорошая. Вам нужно, дорогие друзья, Андрюшину дискографию всю переслушать. Песня хорошая. А в любом случае нашим гостям эта песня приносит 15 тысяч рублей. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас на ваших экранах появится специальный вопрос. Если вы знаете правильный ответ на него, у вас есть шанс получить денежный приз. Пришлите ваш вариант ответа на короткий номер 3022. Если вы пришлете правильный ответ первым, то станете счастливым обладателем суммы в 10 тысяч рублей. Итак, внимание, вопрос. Из какого металла чеканились испанские пиастры? А. Золото. Б. Серебро. С. Медь. Д. Никель. Продолжаем. Восьмой вопрос. 25 тысяч. Три подсказки. 50 на 50. Звонок другу и право на ошибку. Вот он. Восьмой вопрос. Что умел хранить Онегин, если верить Александру Сергеевичу Пушкину? Верность в любви, секреты товарищей, молчание в споре, деньги в банке он умел хранить. Молчание в споре, мне почему-то кажется, но я... Все? Да, я настаивать не буду, это просто в качестве рассуждения. Возможно. Но почему-то верность любви, там же, так сказать, есть опровержение этому факту. Ну да. Деньги в банке, это, мне кажется, так сказать, юмористическая добавка от передачи. Ну, конечно. Ну, вряд ли. Ну вот, либо Б, либо С, но опять есть сомнения. Секреты товарищи? Или молчание в споре. Как? Попробуем, рискнем? Сгорит же все. Ну, не имеем права вот мы сейчас использовать, мне кажется, подсказку. Хорошо. Рискуем? Молчание в споре. Молчание в споре. Молчание в споре, це, говорят наши гости, це. Коснуться-то всего слегка, с ученым видом знатока, хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Там еще много чего Онегин научился, да. Как рано мог он лицемерить. Помимо. Это правильный ответ. С. Молчание в споре. Ну, Алеша, девятый вопрос, 50 тысяч рублей. Что для полтинника? Ну... Как называлась первая в мире короткометражная постановочная кинокомедия? А. «Испеченный пекарь». Б. «Вылеченный лекарь». С. «Ухоженный ухажер». Д. «Политый поливальщик». Взрыв мозга просто. Ну ладно. Но может быть смешно и пекарь испеченный, как бы, если его там... Сказать. Ну, мы-то это любим, особенно да. Если в 3D еще, он бы пилой отпиливал бы себе. В 4D еще с запахом. А еще что-то рядом. Я считаю, что каждый вопрос здесь, то есть, может быть. То есть и А, и Б, мне кажется, что и ухоженный ухажер... Не, ну смешно, политый поливальщик, потому что это в духе тех времен, там, когда приезжала машина и там обливала, значит, кого-то. Это было смешно, потому что это какое-то механическое действие, вызывающее смех. Политый поливальщик, это как вариант. Я предлагаю, может быть, все-таки звонок другу сделать. Как другу, да. Звонок другу. Кому же мы звоним? Николаю. Николаю. А что это за Николай? Мы звоним Николаю. Он тоже занимается творчеством. Вот мой музыкант. Друг, да, музыкант Николай Трубач. Коля! Да. Привет, это называется программа «Кто хочет стать миллионером», ее ведущий Дмитрий Дебров. Привет. А труба у тебя близко вот вообще? Ну нет, не близко. Да, точно. А зря. А это надо было сыграть что-то? Она может понадобиться сейчас. Ну, может быть, пока так поможешь нашим друзьям, Алексею и Стасу, выиграть 50 тысяч рублей. Попробуешь? За такие гигантские деньги. Будешь в доле, ладно, чего уж там. О, ребята, это вам не останется. Хотя 50 как-то не делится. Сложно на троих-то. Ну, как бы то ни было, дорогие друзья, у вас 30 секунд, пожалуйста. Как называлась первая в мире короткометражная постановочная кинокомедия? Вариант А. «Испеченный пекарь». Б.
вылеченный лекарь. С. Ухоженный ухажер. Д. Политый поливальщик. Вопрос понятен? Ну, понятен. 10. Вы решили вообще не играть, сразу звонок друг. 8-7. Нет, мы уже играли. Смотри, во сколько. 8-й вопрос. Уже 50 тысяч. 2-1. Все-таки он это. Что, ушел? Слился? 30 секунд же было. То есть мы посмеялись над тем временем. Понятно. Нет, ну у меня вариант Д как бы в голове крутится. Д, политый поливальщик. Потому что это движение, машина. А что там ухоженный ухажер? Потому что это в духе как бы того... Д, поливальщик? Д, политый поливальщик. Д, политый поливальщик. Мы, конечно, помним, как эти люмьеры... Вообще-то люмьер. А потом, кстати, много раз использовали. Вдруг поняли, что шланг, садовый шланг, он же стоит от напора воды. Да, да, да. А, он может, если с ним грамотно актерски обращаться, он может... В движение. Да, помнишь, ребеночек наступает ногой, а дед стоит, поливает. Да. Вот этот амбал. Садовник. А он наступает. И на садовника это... Спасибо, ну, Коля, ты нам испортил всю игру. Не надо, он нас... Не надо было вам брать. Это 1895 год, друзья. В любом случае, да, правильный ответ. 50 тысяч ваших. Дорогие друзья, у вас есть возможность стать участником СМС-игры «Кто хочет стать миллионером?». Для этого вы должны отправить слово «Игра» на короткий номер 3022 и правильно ответить на все вопросы нашей СМС-викторины. Если вы сделаете это первым, получите 5000 рублей. А мы продолжаем. 10-й вопрос. 100 тысяч рублей. 50 на 50. И право на ошибку. И несгораемая Смотрите. Сумма, да? И будет несгораемая сумма. Кто использовал в работе пары ртути, что нашло отражение в известной сказке? А. Изготовители шляп. Б. Строители теремов. С. Ловцы птиц. Д. Придворные повара. Повара? Ну, ртути и повара как-то кажется, не вяжутся никак. Да. Да, это же отрава все-таки, да? Да? Ну и мне кажется, что птиц ловить на парах ртути тяжело тоже, потому что можно, так сказать... Может быть, строители теремов? Изготовители шляп, что-то интересное, кстати, очень такое. Можно взять 50 на 50. Да. Значит, и потом в комбинации с подсказкой «право на ошибку» это дает гарантированный проход дальше. Да. Не, ну это точно, ну кто это может понять? Это никак вообще. Ну окей, 50 Тогда на 50. Тогда 50 на 50, да. Значит, наши гости берут подсказку 50 на 50. И убираем два неверных варианта. Это изготовитель шляп или строитель теремов? Ну, вот как раз то, к чему мы и пришли изначально, да. То есть, как раз у нас был вариант А и вариант Б. Вот такой более такие подходящие. Строители теремов. Терема строились каким образом? Это дерево, это какой-то, так сказать, материал, который склеивал. Может быть, ртуть использовалась как... Пары. Именно пары, а не сама ртуть. Ага. То есть мне почему-то больше кажется, что это со шляпами связано. Если вы сейчас возьмете подсказку «право на ошибку», так вы ничем не рискуете. А нервы пощекотать можно, говоря «А». Ну или «Б». Ну или «Б». Ну, может быть, не будем рисковать уже 100 тысяч, и мы уже в порядке. Мы выполнили свои нормы. Я на старшее поколение ориентируюсь, но я считаю, что это вариант А. Но пускай будет у нас все-таки четвертая подсказка. Вы берете страховочку, да? Там, ну, у нас есть сумма, которую мы, так сказать, обязаны. Должны забрать. Наши гости берут подсказку «право на ошибку». Ясно, что эта комбинация дает нашим игрокам гарантированный проход дальше. И первый вариант. А изготовитель шляп. Раньше мастера по изготовлению фетровых шляп подолгу работали с парами ртути. Отравление проявлялось в таких симптомах, как несвязная речь, потеря памяти, тремор. Именно поэтому шляпник, он же болванщик, назван Кэролом безумным, Мэтт Хэттер. Да. Вот поэтому это правильный ответ А. Изготовительный шляп. Замечательно, Джонни Депп, который сказал. Да. А еще... Пластинка «Алиса в стране чудес» также имеет трек «Сумасшедший безумный шляпник». Чикари.
Чикаре, да. Гениальная пластинка Alice in the Wonderland. И Manhattan там есть, конечно. Ну что же, давайте попробуем удвоить несгораемую сумму, хотя ее вы уже не потеряете. Момент, гол престижа забит. А ну как удвоить? 11 вопрос, 200 тысяч. Хорошо. Вариантов нет. У нас уже нет. Что построили в Большом Кремлевском дворце в ноябре 1941 года? Понятно, что началось. Бомбоубежище, трибуну мавзолея, резервную электростанцию, вход в тоннель метро. Ну, или резервную электростанцию, или вход в тоннель метро, мне кажется. Вот так вот. Ну, не Б, трибуну мавзолея. Да. Бомбоубежище строить в Большом Кремлевском дворце не имеет смысла. Мне кажется, для этого было много других мест. Да, или С, или Д. Вход в тоннель метро. Я думаю, что вход в тоннель метро. Вход в тоннель метро. Помню, я смотрел однажды передачу про диггера. Один из самых известных диггеров, который работает там, Неглинка. Да, 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 да. И на разных уровнях Москвы. Вот. И они говорят, что вот это место, это вход в Кремль. Но он там заделан, каким-то образом охраняется, но при несложных манипуляциях туда можно попасть. Но мне кажется, это вариант вход как раз Д. Да. Итак, это вход в тоннель метро, вход, да? Тоннель метро, да. Д. Вход в тоннель метро. Ноябрь. Мы, конечно, понимаем, что речь идет о невероятной силе поступки товарища Сталина. Ноябрь, 7 ноября 41-го. Парад, посвященный октябрю. И, разумеется, он произнес речь. Но дело так, в том, где что... Где он на нее произнес? Да? На каком месте? Ну как, на трибуне мавзолея, естественно. А где же еще? Но дело в том, что, как объяснял один из членов съемочной группы, так как все это происходило в обстановке такой секретности, что меньше всего Власик, это охрана Сталина, и все остальные думали о несчастных кинематографистах. Но их и даже и не известили. И они проснулись в гостинице, опа, аппарат уже идет. И, конечно, товарищ Сталин уже речь произнес. Они примчались и успели снять только общие планы. А товарищ Сталин, Власик, говорит, ты понимаешь, что это единственное, зачем я это вообще затеял? Они здесь главные, это киношники. Так прямо и сказал. Делай, что хочешь. И тогда они, эти НКВДшники, соорудили копию трибуны мавзолея в БКД. И когда мы с тобой посмотрим, а, конечно, был снят фильм, и всему миру показывают, что совсем Москва не умерла. Вот это фюрер еще рановато запел. Пташечка. Так я хочу сказать, а вот сейчас Сталина парни идет. В чем дело? А он стоит в Кремлевском дворце над копией трибуны и вещает. Да. А пара нет. А пара нет. Да. Да, да. В любом случае, правильный ответ все-таки Б. Трибуна мавзолея. Трибуна мавзолея. Товарищ Сталин сам настоял на том, чтобы повторить речь второй раз. Как бы то ни было, дорогие друзья, 100 тысяч наши гости, 100 тысяч престижа уносят из этой студии. Спасибо. А теперь итоги игры со зрителями. Правильный ответ на вопрос, из какого металла чеканились испанские пиастры. Б. Серебро. В следующей программе мы узнаем имя счастливчика, который первым правильно ответил на все вопросы. Именно он станет обладателем 10 тысяч рублей. А победителя прошлой игры вы видите на экране. До свидания.